Классические музыкальные произведения, ретро-шлягеры, романсы. А еще виртуозная игра на старинной и электронной скрипке. На сцене первой Одинцовской библиотеки выступил музыкант и лауреат международных конкурсов Алексей Алексеев. У меня нет любимого жанра, я люблю музыку всю. Это может быть что-то классическое, под фортепиано, романс. Это может быть что-то современное, это может быть что-то вокальное. Тут не важно. Важно, что музыка мне нравилась. Я исполняю только то, что нравится мне. Поэтому все, в принципе, что я исполняю, то они в разных жанрах звучат, но музыка вся невероятно божественно красива. Отличительной чертой исполнителя является сочетание высокого классического репертуара с романтическими песнями и романсами. Также музыкант владеет электронной скрипкой. Когда я учился в университете, я жил в общежитии, и мой друг-гитарист занимался на своей гитаре, на электрогитаре. И тот звук, который там звучал, мне так понравился. И я попробовал свою скрипку подключить к его комбику. И у меня что-то получилось. Вот, и я понял, что это что-то невероятное. Исполнитель признается, что любовь к музыке и окружающему миру – это то, что вдохновляет его каждый день. А дома всегда поддержит любимая жена и дочь. Алексей Алексеев поразил всех гостей квартирника своим музыкальным исполнением, а также светлым посылом, направленным на каждого зрителя. Полина Бахова, Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».